Всем привет, с вами Артём, и мы продолжаем проходить Dustin Elysian Tail. И у нас теперь начинается та часть, когда мы начинаем закрывать долги. Я не уверен, что мы будем выполнять прям совсем-совсем-совсем все квесты. Я имею в виду именно вот, что я не очень хочу выполнять задания на собирательства всякие. То есть, когда нужно собрать, там, принести столько-то вещей, там, принеси и так далее и тому подобное. Меня это мало интересует, сейчас я хочу хотя бы завершить сюжетные вещи, ну и поискать сокровища с текстовыми сообщениями. Поэтому сейчас мы с вами прогуляемся снова от и до. Сейчас мы с вами снова пройдем всю дорогу от прогалины. Вот здесь вроде как что-то должно быть. Ага, сюда меня не пустят. Сюда. Отлично. Хочу посмотреть, что здесь. Очередной сундук. Отлично. Легкий каменный жилет. Но вот это все равно лучше, конечно. Полетели выше. Ага. Сейчас возьмем с собой этот фрукт. Блин, а как его сюда перекинуть-то? Вон оно что. Я понял. Попробуем сейчас так сделать. Так, ладно. С этой стороны сейчас сделаем. Блин, да и как тебя поднимать тогда, объясни мне, друг. Слушайте, чё-то я не врублюсь вообще. Беда. Вот не знаю я, как этот фрукт сюда перекинуть. На эту сторону. Забавно тебя губидосит. Фиджит. Да блин. Японо-головотяпка. Да блин, ну не это же делай, Дас, ну что ты творишь-то? Я не знаю, реально может попробовать ее вниз? Хотя поднимать непонятно абсолютно. Вот ума не приложу вообще. Что делать с этим фруктом? Как тебя сохранить-то? Да не, ни хрена, он не пройдет здесь.
Не хочет. Ладно, пошли тогда отсюда нафиг. С другой стороны зайдем. Подождите, а как мы отсюда уйдем-то? Тьфу ты, блин! Прикопался к бедной груше. А оно вон где было. Уж не знаю, зачем она мне. Там уже ничего не понадобится. Так. Финтифлюгель, уйди. С той стороны уже точно ничего нет. По крайней мере, мы посмотрели все снизу. А снег нам все-таки каким-то хреном найти надо. Просто только как и где. Так, здесь тоже ничего нет. Фиджет уже об этом прям сказала. Так, здесь тоже ничего нет. Иначе Фиджет бы сейчас нам сообщила об этом. Летели дальше. А здесь что-то есть. Так, что-то здесь имеется. А-а, вниз надо. А, вот. Сундук. Два аппетитных кекса. Странно, как я умудрился пропустить-то этот сундук в прошлый раз. Он же прям под рядом с ключом был. Ну, по крайней мере, здесь мы тоже сокровища собрали. Все, движемся дальше. Тара-тара-там-там. Я надеюсь, то, что мы с долгами управимся достаточно быстро. По-моему, здесь есть... Вина... Нет. Нам-то, по идее, надо было бы спускаться отсюда. Дорога-то ведет вниз, вроде как. А может быть, вон с той стороны что-нибудь есть. А, не, здесь тупик, все понятно. Вообще, кстати, вот этот уровень Короля Льва мне чем-то напоминает вступлением своим. Так, отлично. Всех убью. Никого в живых не оставлю. Все, здесь больше нет сокровищ. Отлично. Заодно денег пособираем. В итоге сможем себе снаряжение подобрать для последней локации очень хорошее. Я еще по этой причине стараюсь сейчас закрыть долги, так сказать. Понятно, я иду туда, куда надо. А мне нужно еще здесь поисследовать места. А, ну ничего нет.
Хорошо, идем дальше. Пока все прекрасно. Еще один ключ. Здесь был сундук. Здесь есть торговец. Пока подождем с торговцем. Ладно. Там вон есть еще где-то спуск какой-то. По идее, сюда, что ли? Ага. Еще один дружбан. Господи, мидбой, что ли? Пускай летят за мной, я не знаю, просто... Так, тут, короче, есть что-то. Класс. Супербол. Ключи мы нашли. Ну, замечательно. Так, все, здесь больше нет сокровищ. Нам уже Фиджет сообщила об этом. И друга мы вытащили, что тоже замечательно. Хорошо. Ребят, уйдите с моей дороги. Я вас все равно всех покараю. И кара моя будет покарающей. Так, что у нас еще здесь? Вот мы раньше сюда залезть не могли. Ага. Еще одно испытание. Но, подождите, а вот с той стороны что? А, ничего, понятно. Просто это я уже с двойным прыжком смог допрыгнуть. Понятно. Кириллийское испытание 3. Блин! Их бин! Ой, япона мать. Тихо, осторожно. Хорошо, идем. Ай-яй, тихо-тихо. Не сразу понял, куда. Ну что у нас получилось? Ну опять, вот везде у меня 3 звезды получается. Призрачный жилет. Ой, у нас уже эта штука есть, оказывается. Подождите, что у нас еще есть? Вот что сейчас уже надеть можно. Давайте вот это теперь уже оденем. Наденем, извиняюсь. Все отлично.
Ну ладно, хоть на 3 звездочки, но мы прошли это испытание. Как... Ой, стоп! Что здесь? А, понятно. Ну, не это, не, в общем, не очень важная была вещь. Как видите, этих мы вообще сносим, как нефиг делать. 27 уровень у нас. Так, здесь тоже уже ничего нет, поэтому полетели по-быстрому. Кора здесь больше не живет. У нас много аптечек появилось. Так, и что, здесь тоже ничего больше нет, что ли? Ладно. Странно. 95% говорит. Где-то я что-то пропустил. Где я мог что пропустить? Возможно, он мне показывает 5%, потому что я не на полную эту... Не на полные звездочки выполнил. Так. Ладно, давайте ферма Гехана. Мы здесь еще не все видели. Так, вот здесь, я так понимаю, куда-то я не мог проникнуть раньше. Теперь попробуем это сделать. Наверняка где-нибудь внизу будет какой-нибудь проход. Нет, похоже, не сюда. Вот с этой стороны может быть что-нибудь. Не понимаю тогда я. Не, а там тоже ничего нет. Такс. Сюда? Сюда. Тоже нифига нет. Ух ты! Откуда сундук здесь взялся? Куча булочек с корицей. Ой, блин, как теперь булочку с корицей захотелось. Сладенькая булочка с корицей. Еще булочку с маком хочется. Так, отлично. Все, ферма Гехана 100%. Сто пудов прогалина показывает 95% сокровищ только по причине того, что я не прошел на 100% испытания. Так, куда дальше-то? Да япона мать, хватит беситься. Деревня Аврора. Так, секундочку. Лес Абадис. Ну и как его дофига тут... Вот в скрытой бухте у нас вообще квест. Пошли квест выполнять. Блин. Блин. Еще раз давай, появляйся. Как они быстро растут. Куда? Куда тебя к шипам несет?
Отлично. Ой. Вышел не туда. Так, еще разок. Теперь сюда. Вот так. Ага. Понятно, куда ты меня вернул. Хорошо. Лабиринт какой-то, если честно. Так. Ай-ай-ай-ай-ай. Дурак, дурак, дурак. Забыл, что делать надо было. Не надо было там прыгать. Я по инерции сделал. По привычке уже. Замечательно. Ладно, пошли обратно. Что-то я нечаянно нажал. Так, хорошо. Сохраняемся. А вот и девушка. Кто здесь? Ты кто? Ты Сарахи? Не волнуйся, я друг. Пожалуйста, не подходи. Сарахи. Моска? Моска, это ты? Да, Сарахи, это я. О, Моска. Денхим уничтожили. Всех убили. Я была так напугана. Тебе больше не нужно волноваться, Сарахи. Здесь мой друг Даста, он устранил опасность в Денхиме. Эти чудовища уничтожили мой дом, Моска. Я не знаю, что делать. Мы вернемся в Аврору, хорошо? Ты и я. Мы что-нибудь придумаем. С вами все будет в порядке? Думаю, что так, Даст. Спасибо тебе за все. Единственный выживший из целой деревни. Один лучше, чем ни одного. Давай, идем отсюда. Так, задание выполнено. Ну что, пора сваливать. Единственное, что сундук откроем сейчас. Отлично. Кулон какой-то появился. Ну-ну. Кулон уже не для нашего уровня, в общем-то. Скрытая бухта тоже 100%. Лес Абадис, перевал лучников. Горы Блэкмор. Давайте-ка в деревню Аврора. Я хочу с одним квестом закончить. Насчет коробки. У нас тут есть одно дело. Коробку там надо было. Так. С возвращением. Торгуете ли вы детскими игрушками или конкретнее куклами Нимбот? Кукла Нимбот? Наподобие вашей летающей подруги? Не думаю, что у нас в продаже есть подобное.
Но я готов удовлетворить вашу просьбу. Уверен, чтобы у меня были подходящие материалы. Если бы у меня были подходящие материалы, я бы смог для вас ее смастерить. Дайте-ка взглянуть. Если бы у меня были хлопок, ткань и краситель, то я смог бы сделать для вас замечательную куклу Нимбот. Даст, хочу сказать, что меня несколько беспокоит сложившаяся ситуация. Фиджи, что значит беспокоит? Ты же очаровательна. Думаю, мне стоит попросить сделать еще одну куклу для себя, чтобы просто носить при себе. Вечно. Не хочу тебя больше знать. Торговец согласился создать куклу Фиджи, но ему нужны два куска ткани, три клока хлопка и одна бутылка краски. У нас хлопка 2. Краситель 1. Подождите, где? Два куска ткани. Сейчас докупим у него один материальчик. С возвращением. Сейчас мы у тебя хлопок. Один клочок возьмем. Спасибо, что пришли. Спасибо. Превосходно, вы принесли все материалы. Хотите, чтобы я сделал куклу сейчас? Да. Замечательно, если ваша напарница просто приляжет на эту ткань. Эй, не смей меня обводить! Ну, мне нужно снять мерки. Вокруг не так уж много Нимбот. Дай-ка мне ручку. Я сама тебе все нарисую. Все, готово. Видишь, как точно я передала малейшие изгибы? Что это она там, печенюшку держит, что ли? Видишь, можешь снимать мерки для своей куклы по нему, он безупречен. На самом деле нет, вообще-то это худший рисунок, который я когда-либо видел. Просто заткнись и делай эту дурацкую куклу. Хорошо, хорошо. Один момент. Немного хлопка здесь, несколько стежков там... Ну, может, стоит добавить побольше хлопка в области головы? Думаю, вы не совсем верно передали размеры головы Фиджет. С моей головой все в порядке, это вы носите эти дурацкие шляпы. Может, вам двоим стоит организовать дурацкий шляпный клуб? И вуаля! Еще один счастливый покупатель. У меня даже хватит материала еще на одну. Ого, я не рассчитывал получить хотя бы одну. Думаю, теперь я буду носить ее с собой. Вечно. На самом деле, я неважно буду себя чувствовать, отдавая одну из этих уродливых поделок с Мобоб, но ничего не поделаешь. Я с тобой больше не разговариваю. Кукла завершена, несмотря на абсолютно ужасное качество исходного наброска. В целом, она вполне хороша. Отдайте куклу с Мобоб в Матпуте. Пошли. Теперь отправляемся с вами в Матпут. Уж извините, но, похоже, снег мы так и не нашли. Я вообще не знаю, найдем ли мы его когда-нибудь. Так, пещера Керамон. Нам, наверное, лучше всего... Здесь же вход. Да, это самое удобное место. Иди отсюда. Нам тут еще надо овцу одну найти. Так, по-моему, она была где-то здесь. Это девочка. Если ты найдешь всех шестерых овец, я буду очень благодарен. Ты сможешь узнать их, их по блестящей шерсти. Ладно. Ну как-то что-то я не знаю, где искать эту овцу. Так, ну ладно, нам, значит, надо ниже. Так, ну... Во-первых, здесь давайте с девочкой пообщаемся. Ладно, Смобоб, вот тебе кукла Фиджет. Даже лучше, чем настоящая. Она хорошенькая. Дерви, она твоя.
Благодарю, Смобоб. Блоб дал мне ее совсем недавно. Думаю, он нашел ее неподалеку от поверхности. Спасибо, наслаждайся своей, Фиджит. Я люблю твою куклу. Офин сильно люблю. Так, отлично, у нас появилась коробка. Как я это не увидел раньше? Где же еще одна овца? Мать ее, перетак, переедок. Ой. Я думаю, что мне уйти не получается. Хочу все-таки попробовать здесь овцу отыскать последнюю. Она где-то должна быть. Тут, неподалеку. Она где-то бродит. Кстати, я наверх еще ни разу не летал здесь. Вышло. Так, попробуем здесь посмотреть. Денег у нас сейчас кур не клюют. И это я считаю хорошо. Слушайте, мне упорно показывают, что наверх есть проход. Давайте искать этот самый проход. Где-то же он должен быть. Знаете ли, непонятно. Не вообще не понимаю тогда. Где выход? Ну, как-то я не знаю, ничего больше не вижу. Ладно. Реально фигня какая-то. Блин. Вот так. Так, ладно, пошли тогда отсюда. Где ж ты, овца, такая бродишь? Вы не те овечки. Пошли обратно. Там овца точно бы не выжила. Может, и не будем искать уже, наконец, этих овец, то что-то как-то тягостно это уже. Тягостно. Денег мы уже понабрали.
Короче, да, давайте выбираться уже. Сейчас только с коробкой еще разберемся и, в принципе, закончим уже тогда со всеми оставшимися побочными квестами. Где ты, Фиджи, ты уверяешь меня, что здесь есть еще... Опа! Там слева что-то есть. Угу. Ну, в принципе, это было единственное, что здесь было интересно. Ладно. Пошли в деревню Аврора. Поговорим с тем чокнутым парнем. Вообще, кстати, давайте на этом моменте мы закончим. У нас, потому что на время уже все вышло. Я надеюсь, что вам понравилось. Если понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте. Зовите друзей, с вами был Артём, всем всего хорошего, пока.